там около половины из этого количества уже открыла в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, для того, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях. What it is that they can do is open a bank account in the currency of the contract that they hold with Gazprom, make the payment to that bank account in the currency of the contract, and issue a statement saying that for them this means that they have fulfilled their contractual obligations. And we do not consider that doing anything else is advisable. Опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую, знаете, недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту и, прежде всего, наверное, Германии. Да, Европа там, например, она на сегодняшний день потребляет порядка 15% мирового потребления нефти. Им придется где-то это найти, им придется где-то перенаправлять с других рынков тот источник, тот объем, который сегодня распределен. Лишних объемов на рынке нет.